Всем привет! Сейчас будем записывать видеоотзыв с Максимом Поповым. Прикола ради, у нас просто страна Поповых. Максим, Денис, Денис Иванов, вот Максим Попов, такая тема. Макс, привет! Давай коротко позадаю тебе вопросы, чтобы это было не распотякано. Вот. Ну, отвечай, ты эти вопросы еще не знаешь, отвечай как есть, что думаешь в таком формате. Расскажи коротко о себе, чем занимаешься, что делал, есть ли семья, дети, где живешь, сколько зарабатывал, ну, немножечко, коротко о себе. Был ли опыт ремонта? Да, всем привет, привет, Саш. Уже достаточно давно занимаюсь стройкой, работал на больших стройках, работал сначала мастером СМР, потом работал прорабом. Ну, в основном такие бетонные работы, строительство мостов, котлованы, то есть конкретно по отделке опыт был небольшой. Это я уже потом начал уже так мастером на час подрабатывать, там кое-какой мелкий ремонт выполнять, ну, своими руками. Вот. Ну, проживаю в Ставрополе, как бы женат, детей нету пока что. Вот. Ну, а так, в принципе, вся информация, то, что обо мне. Сколько тебе лет еще? Вот момент важный. Мне 29 лет. Отлично. Точка А у тебя какая? Ну, сколько зарабатывал, сколько максимально зарабатывал, сколько минимально? Ну, как вот в среднем, может быть, не знаю. Ну, в среднем, не... да нет, не секрет, в среднем это где-то, ну, 80-100 тысяч, вот так. Угу. 80 до сотни, да. Какая у тебя основная боль была на твоей работе? Что тебе нравилось, что тебе не нравилось? Ну как, нравится мне в принципе моя работа, это стройка. Мне нравится что-то делать, то, что потом можно увидеть осязаемо, так сказать. Вообще фанатею от стройки, от всех этих процессов. Не нравилось только то, что я работаю на кого-то, то есть человек подневольный. Как мне сказали, так я и делаю. Там. Ну вот. Не нравилось то, что люди, ну как, мы все работали на окладе. Я работал на окладе, рабочие, подчиненные работали на окладе. То есть человек выполнял, люди выполняли тупо бездумно свою работу, кое-как, абы как, зная, что они там получат свои там 1500-2000 за день. То есть, ну вот, никакой мотивации, никакого там, понимаешь, личностного там карьерного роста. То есть просто человек пришел, отработал смену бездумно, кое-как и ушел. Вот это основная, видимо, ну, причина, по которой я и ушел оттуда. То есть не было никакого дальнейшего развития. И, грубо говоря, сказать, в глазах людей я не видел какое-то стремление что-то сделать хорошо и качественно. Угу. Угу. Слушай, ну, серьезно так, достаточно глубоко ответил этот самый. Скажи, пожалуйста, вот когда ты начал, какого числа, как у тебя все это дело пошло. Вообще, как ты начал, как ты на меня вышел, как ты со мной познакомился? Ну, я понял, что хочу заниматься отделкой именно квартир, там, квартир, помещений. Mm-hmm. Вот. Ну, я не знал, как начать. Я знаю техническую часть, там, понимаешь, то есть, но не знал, как именно мне начать. Ну, думал, найду какого-нибудь партнера. Ну, вбил как бы в интернете партнер, какое-то партнерство, думал, найду какого-то, знаешь, единомышленника. Ну вот, наткнулся на тебя, набрал. Ну, сначала я почитал, конечно, почитал отзывы, посмотрел отзывы там на сайте, все это. Можно такой сразу вопрос? Был какой-то скепсис по поводу отзывов? Ну, какое-то предвзятое, может, отношение, не знаю. Как вот у тебя? Что вообще чувствовал? В принципе, было, конечно, потому что я вообще человек такой мнительный в этом плане. Я пока досконально все не проверю. Вот. Но потом посмотрел один отзыв, второй отзыв. Ну, видно, что это не наиграно, что люди говорят то, что думают, а не то, что там написали. Как бы. Вот. Ну, а потом уже, когда позвонил, пообщался с тобой, вот, уже сомнений стало меньше. А потом, когда я уже пообщался с твоими учениками вживую, то есть уже сам, то тогда у меня как бы сомнение, в принципе, пропало.
Ну, потому что, в принципе, понимаешь, когда ты общаешься там, когда там все по сценарию, и когда это вживую, это совсем другое. Ну, то есть на различие это нашел. То есть мне этого хватило, чтобы понять, что это действительно все так. Слушай, ты приезжал ко мне вживую, мы с тобой сколько, два дня, по-моему, да, полноценных с тобой достаточно таких активных провели. Ты с ребятами, ну вот со Скороходом, со Стасом Руденко общался, да, там кого-то еще видел, с кем, с Лехой, да, по-моему, мы С ездили. Лехой, потом еще мы заезжали к одному мужику, дом частный был, 110 квадратов, двухэтажный. Да, то есть получается как минимум троих я увидел, да. А, подожди, еще Владислава ты видел, кого-то еще видел. Я просто вспоминаю, вот куда Вот, я мы же еще говорю, ездили. был Скороход, да, потом был Алексей в однокомнатной квартире, он как раз санузел доделывал, и потом мы поехали за город в частный дом. Там мужик уже потолки натягивал, уже достаточно взрослый мужик такой, зрелый. Потом по телефону я общался с Воронежем. Вот. То есть общался я, получается, с Да, четырьмя с людьми, а Кутеревым вживую я Александром, да? видел троих. Да, вот так. Скажи, пожалуйста, чего ты боялся больше всего? Почему доверился, почему купил? Но чего больше всего боялся? Как? Да, ну... Ничего не боялся. Я же к этому сам пришел. Как? Может, боялся в том плане, что кинут. Ну и опять же, как кинуть могут везде и всегда. Поэтому это такое дело, знаешь, если ты уверен в себе, то тогда надо идти. Как бы я был уверен, поэтому я ничего не боялся в этом плане. Потому что я же посмотрел, понимаешь, в интернете посмотрел, я тебе позвонил, я позвонил твоим ученикам, поговорил вживую с этими людьми, потому что, ну, еще, можно сказать, но ну, не боялся. Если поначалу было какое-то сомнение, но она все это развеялась, когда я приехал, все это вживую, как бы увидел сам. Что реальные объекты, реальные люди, причем объекты не... Мы были и на начальной стадии, когда там Стас только зашел, да, когда у них там, грубо говоря, черновые работы еще. И уже видел там у того же Алексея, когда у него уже предчистовая отделка, то есть поэтому... Я же также с этими людьми разговаривал, что они про тебя думают, как им помогло, как ты им помог. То есть, ну, мне этого хватило. И, в принципе, любому человеку разумному этого вполне хватит, чтобы понять, что все это работает. Хорошо, спасибо. Этот самый, скажи, пожалуйста, сейчас у тебя какой результат на данный момент? Как он быстро получился, этот результат, когда ты в Ставрополь вернулся? И сколько денег уже в кассе? Ну, коротко так. Ну, смотри, коротко, коротко, ну, неделю мне надо было, чтобы запуститься неделю. Через неделю я взял объект. Первый объект, как же я взял, опять же, он у меня будет через 2 недели. Это самый первый вот мой объект. А, я Второй понял тебя. объект я взял через 2 дня, ну, тоже это получается, может, в течение 8 дней. Это уже реальный объект, где на следующий день уже заключил договор. Я пришел, Деньги получаешь вперед, да? То есть, ну, как бы все деньги я постепенно. получил сразу, да, 30% у меня. Ну, я могу, в принципе, прям по суммам, чтобы конкретно, чтобы понимали Да, по люди. суммам так будет интересно. Конкретно по суммам, вот первый реальный объект, который начал вести, это двухкомнатная квартира, вот, новостройка, там, скажем так, полудизайнерский. Ну, там дизайн-проект был, но мы его частично, скажем так, выполнили. Потому что сроки короткие нужны были. По суммам 520 Это с тысяч. заказчиком согласовано. Это с заказчиком согласовано. Конечно, я ему объяснил то, что это, Пойму. там надо за 2 месяца объект сдать. Я ему сказал, если хотите по дизайн-проекту, то 6 месяцев. 6, там 4-6 месяцев. Если хотите просто хороший ремонт, это 2 месяца. Ну, мы договорились, да, его все устроило. По суммам 520 тысяч это за работу. За работу. В эту сумму не входит установка дверей, не входит натяжка потолков. Вот. Он мне заплатил 30%, это 156 тысяч он мне заплатил сразу, получается, предоплату. 150 тысяч я еще взял на материалы. Это в день подписания договора. Он мне передает деньги, мы Это на подписываем второй договор. день, то есть, грубо Это на говоря, после второй день. обучения 9 дней Да. прошло, и вот у тебя как бы уже это самое. Скажи, Да. пожалуйста,
из них какая часть идет на работников, какая часть твоя? Ну, как сказать, я из этой части себе я еще ничего не взял. У меня... Почему? Ну, как тебе сказать, у меня... Просто я хочешь эти деньги. Да? Ну, то есть они у тебя и так есть, да? Они у меня есть, да. И я уже взял вторую часть денег. Я черновую уже выполнил работу. Ты пишешь до конца, да, как бы, чтобы, ну, да, не пережить. Я просто, грубо говоря, резерв у меня есть этот. Вот, и все. Uh-huh. И первый объект просто, понимаешь, как-то, чтобы еще у меня был какая-то уверенность. Вообще я не трачу эти деньги, чтобы... Первый объект пока, вот. И получается, вот я первый взял 156, потом вот три дня назад я еще взял 156, я подписал акт, получается, по черновым работам мы подписали. Ну вот, то есть у меня вот еще эти 156 тысяч, то есть вот. Процентов 50 я уже выполнил, то есть у меня уже есть сумма, которую, в принципе, я могу потратить, но я ее не трачу. Там уже порядка как бы 100 тысяч, там уже моих этих денег. Но я их не трачу, потому что ну, пускай лежат. Подписал второй договор тоже буквально после этого объекта дней через 5. Причем в этом же доме, в соседнем подъезде. А, там студия небольшая, там на 140 тысяч. Но там чисто ванна наша, плиточные работы наши и штукатурные работы. То есть работа, по сути, там ну, на 2 недели. Вот. Ну, я не тороплюсь ее делать, потому что делают, ну, грубо говоря, те же люди, что и там. Вот, допустим, я поштукатурил стены, слушай, да, у меня там неделю... Можно еще такой вопрос? Какого числа ты проходил обучение? Вот. Да. И какое сейчас число? Так, ну, мы прошли с тобой в начале мая. Это было, по-моему, 5 мая. Ну, вот, или 4. Вот да, сегодня... Да. Да, вот сегодня 28 мая. У меня 2 объекта. Уже по договору, 3-й объект у меня через 2 недели. И ну, 2 объекта у меня пока это, ну, под вопросом, скажем так. Я их, они мне ну, хотели, чтобы я взял, я пока не стал брать, потому что ну, для начала мне 2 объектов пока хватит. Вот, поэтому... Я тебя понял. Да. Чтобы ну, просто без лишнего стресса. Да, да, на начальном этапе пока, мне пока, ну и достаточно, потому что, я же говорю, я взял сложную квартиру. Вообще не нервничать лишний раз, да, там, и так он да, пережил. Да, 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 я то взял есть... сложную квартиру, взял легкую квартиру, как бы пока достаточно. Я через 2 недели возьму еще 1 объект, когда как раз уже по, ну, освобожусь, то есть, так, по ощущениям, конечно, можно 3 объекта вести, я чувствую, что могу 3. То есть со следующего месяца. Поставщик, молодец. Да. Отлично. Молодец. Офигенно просто. Слушай, ну в целом, как бы средний, какой там заработок выходит по этому месяцу? Ну, смотри, ну по месяцу, ну, где-то 150, наверное, будет. Послушай, послушай, один важный момент. А, скажи мне, чистые твои личные деньги, которые уже у тебя лежат в кассе на данный момент. Чистые твои личные деньги. Ну так, я тебе не могу сказать, потому что я же говорю, они у меня как фонд, получается, заработной платы с одного из другого объекта. Ну так, на скидку, ну 1150 там моих, да. Это с одного из другого ну, объекта. Да. Да. Пожалуйста, раздели их на данный, ну вот сейчас раздели их, чтобы у тебя это было все по отдельности. Нет, вот, нет, ну вот что... я говорю, моих 150 там. Ну да, все, все, хорошо, да. Отлично. Замечательно. Это 2 объекта всего. Это 2 объекта, да. Все. Отлично. Так, что можешь сказать о, ну, об обучении, о поддержке вообще? Тебе всего хватает, всего достаточно? Да, мне, в принципе, всего хватает. Все, что я хотел, я извлек. Я конкретно понимал, что мне нужно, что это мне прежде всего надо. То есть надо четко понимать, что чего ты хочешь, что за тебя никто ничего не сделает, ты все делаешь сам. Вот. Мне было важно, чтобы мне объяснили, как мне начать. Я просто я не совсем понимал, как именно. Я вроде ходил вокруг да около, но конкретно ничего не мог предпринять и понять. Ты мне дал эту конкретику.
Вот, то есть ты мне поэтапно все разложил. Несмотря на то, что ты вот человек с опытом там, и так далее, да, ну, хоть каким-то, я имею в виду, опытом, да. Скажи вот твое мнение, ты бы сейчас еще раз, второй раз купил бы или нет, вот как считаешь? Ну как, то же самое или как сказать? Нет, не то же самое, я имею в виду, если бы ты, вот оглядываясь, да, там месяц назад, не жалеешь ты нет? Нет, конечно, абсолютно, купил бы, да, и... Я же говорю, все адекватно, то есть абсолютно купил бы. Если бы что-то новое появилось бы для меня, я бы еще раз купил, если что-то новое, понимаешь? Нет, потому что... Все, что новое появляется, оно, ты же знаешь, я тебе вот и новую все это я тебе скинул. Вот, у нас все, что новое, оно и так как бы обновляется, то есть я же... Нет, я к тому, что я не жалею, и я это, понимаешь, это же в себя все я вкладываю, поэтому оно мне очень сильно помогло, я начал, как итог, да, два объекта, то есть это работает, это 100%, опять же, и, да. По большому счету, ты их завершишь и отобьешься, ну, я, насколько я понимаю, да, два месяца. Ну, да, да. Скажи, пожалуйста, у тебя... Еще такой вопрос у меня. Я немножко потерялся, наверное, потом подудалю этот. Да. Сейчас. Ой, господи. Короче, заказы у тебя есть, доволен, то есть в целом как бы, как вообще там, вот, ну, дальнейшее, есть у тебя перспективы еще какие-то? А, еще, вот что хотел спросить. Скажи на камеру, ты еще что-то дополнительно платишь, там, роялти или еще что-то? Нет, я ничего не плачу, плачу только за рекламу, и то я уже неделю как не плачу, и так люди звонят, поэтому ничего абсолютно. Я... Все, что я вложил, это только деньги за обучение. Вот, это что я приехал, отдал за обучение, все. Все остальное я заплатил за рекламу, ну там сделал листовки, но это уже как бы подробности, мелочи. А так, за рекламу, сколько ты за рекламу отдал? За рекламу неделя рекламы порядка 7 тысяч. Где-то 8 тысяч, да, ты потратил? Да, около 8 тысяч это за неделю, в неделю, да. Ну, потом плюс листовки, это все как бы мелочи, да. Ну, а то, так я мы, ничего не то, хочу. Что мы обсуждали с тобой, то есть в целом так оно и получилось, да? Так и есть, да, абсолютно, да. Можно еще один момент? Я тебе давал какие-то гарантии, обещания, что вот 100% все получится или нет? Нет, конечно. Это все зависит только от человека, от того, кто к тебе приезжает. Никаких гарантий. Какие гарантии? Это... Понимаешь, я же говорю, ты должен сам это понимать и осознавать, что... Еще один момент. Договор, наш с тобой договор, он тебя как-то ограничивает или нет? Ну, я имею в виду, там, запрещено ли тебе там учить там или еще что-то? Ну, вот ничего как-то не ограничивает, абсолютно, вообще. То есть, ты мне сразу сказал, ты можешь сам это все запустить, этим работать, а можешь, допустим, запускать и продавать все это. То есть, я волен делать все, что я хочу. То есть, ты мне конкретно сказал, что это будет твое дело, и ты будешь сам это полностью все вести. Ну, так оно и есть. То есть никаких ограничений абсолютно. Здорово, здорово. Слушай, Макс, ну, этот самый, фотку прикреплю, где мы с тобой сфотографировались, когда ты приезжал. Что еще хотел? Ну, в целом, не знаю, что еще можешь сказать, скажи, я не знаю. Скажу то, что мне... Приятен тот факт, во-первых, я думал как, я заплачу деньги, мы с тобой пройдем обучение, ну а там дальше я как бы сам все. Ну по логике так оно и должно быть. Но очень приятный, хороший момент, что ты, причем ты мне в основном звонишь, то что я же вижу, как ты переживаешь, как у меня это. Допустим, я-то не всегда могу, потому что я... то там, то этот объект, ты мне звонишь, спрашиваешь, как, что, чем помочь. То есть, если у меня появляются вопросы, я тебе за это на них отвечаешь. То есть, это немаловажно. Не каждый человек, как бы, после того, как ты прошел обучение, отдал деньги, он будет тобой интересоваться. То есть, ты какую-то информацию там в группах присылаешь, мы там в группах общаемся между собой. То есть, это очень, на начальном этапе это очень важно, потому что есть переживание, что что-то не так. Вот, ну, то есть ты помогаешь. Я же говорю, у меня были
вопросы по технической части и вопросы по найму. Хоть мы с тобой это все и обсуждали, вот, все это проходили, и у меня все это презентация, все это есть, да, понятно. Но все равно эти вопросы, они были. То есть они и сейчас есть, конечно, но уже такого нету. Но то есть ты весь этот месяц мы с тобой на связи. Это очень хорошо, очень приятно. То есть... Жена, я рад на самом деле, что да. тебе... как это сказать, на пользу. Но опять же, у тебя тоже обратная связь. То есть я вижу, что ты делаешь. Мне, естественно, очень хочется, да, там, чтобы это максимально как-то эффективно было все. Да, и это с каждым так. Вот, скажи, пожалуйста, еще такой момент. Тебе хватает материалов, которые на данный момент есть? Да, в принципе, хватает, да. Угу. Те материалы обновленные, которые, ну, ты смотрел вообще там технологические карты, вот эту вот всю историю, или нет еще? Технологические карты я глазами пробежал, обновленную версию я половину прочитал, да. Угу. Вот. Но еще такой момент, что мне... Пользуешься, да, там, или тебе просто некогда уже? Обучение хватило тебе, и ты, походу, и не используешь? Нет, как хватило? Это такое дело, постоянно надо учиться, постоянно что-то впитывать. Это невозможно, чтобы хватило. Чтобы запуститься, мне этого хватило. Угу. И хорошо тем, что твоя информация максимально проста и максимально эффективна. То есть там ничего лишнего. Видишь, там лишнее, мы просто выкинули все лишнее. Может быть, знаешь... Может быть, в моменте каком-то это неправильно, в моменте развития там какой-то глобальной суперкомпании, да, но на этапе запуска я убрал всю лишнюю херню, которая только мешает. Да. В этом плане результаты такие. Конкретно для этого формата, если ты хочешь быстро запуститься, это вполне достаточно. Все остальное, конечно, надо читать. Читать, смотреть видео, смотреть живые реальные объекты, обучаться, ездить на какие-то сборы, это безусловно, это постоянно надо делать. То есть, а для запуска этого вполне достаточно. Да. Ну, видишь, тут еще очень правильная схема работы. Вот это вот мне нравится. То, что ты застрахован. То есть, ну, у тебя в любом случае все деньги идут вперед. Да. То есть поэтапно, но вот, вот это мне нравится, что ты... Во всяком случае, знаешь как, я выбираю максимально порядочных людей, это первый момент, но я еще сделал так, чтобы их не кидали, то есть максимально вы защищены тем, что, ну, вас вот, как бы, и вперед вам платят, там, и договор у вас хороший, такой, что, ну, серьезный достаточно. Да. Учите, мне нравится. Слушай, можно еще такой момент еще хотел у тебя узнать? В Ставрополе у тебя получается сейчас, сколько у тебя человек уже, вот ты, ну, нанял несколько человек, сколько у тебя? Как? Так, что, сколько человек, это у меня зарядка. Ты нанял, у тебя сотрудники сейчас наняты, есть, сколько их? Сейчас у меня 3 человека. 1 в одной квартире, 2 в другой квартире, да. Еще ищешь людей или пока некогда тебе? Ищу, конечно. В любом случае, и звонят. И вот у меня электрик появился, который постоянно, вот он уже 2 объекта этих вел, он отдельно электрику. Конечно, ищу. Потому что, как, людей идеальных нету, поэтому чем-то там кто-то не устраивает. В любом случае, конечно, ищу и объекты, и людей ищу, и возможности, и какие-то новые материалы. Конечно, постоянно. Макс, ну, в целом мы, по-моему, по всему поговорили, по всем фронтам, я не знаю. Да, вот. Только одно пожелание могу для людей, для твоих учеников. Давай, да. Вот такой совет, что ты должен прийти к этому сам. Не надо думать там, что тебе кто-то чем-то обязан, кто-то что-то должен. То есть это должно быть осознанно. Если ты сам никаких усилий не приложишь, ничего не будет. Не надо думать, если ты отдал деньги, значит, тебе кто-то чем-то обязан. Нет. Это ты отдал деньги только, чтобы тебе помогли. Вот. А так, надейся только на себя. Вот. Просто тебе дадут хороший старт. Слушай, вот. Ну, в любом случае, это же и отличает франшизу от собственного бизнеса. Согласен? Конечно, да. То есть, если ты хочешь, ну, действительно там на себя работать, то это вот это. Вот. Если ты хочешь под кем-то быть и платить без конца и края деньги дяде Васе, вот, то это другое.
Ну, продолжая оставаться работать там в офисе, на заводе, да, это то же самое, да. Тогда и смысл менять шило на мыло. Ну, конечно, конечно, да. Это все только тебя. Слушай, ну это и отличает предпринимателей от непредпринимателей, я так думаю. Вот. Да. Ну, что от себя хочу дополнить. Вот. Мне очень приятно, что у меня появился Ставрополь за, наконец-то, там, сколько... 2 года я пытался в Ставрополе кого-то найти, то есть много кто звонил со Ставрополя, и вот наконец-то вот в Ставрополе все появилось и случилось, и хорошо ты запустился, я этому очень рад, и я искренне хочу, чтобы у меня было побольше именно вот таких позитивных людей с легкой вот этой энергией, да, который вот просто оп и делает все, то есть он как бы готовит по рецептам, там какие-то вопросы задает, то есть все-таки обратная связь идет. Вот. У тебя же тоже не все сразу легко было, но получилось, скажем так. Ну, хотя неделя достаточно быстро, но все равно. Да, там, да. Скажем... Конечно, ну как, легко. Ну, я же говорю, это все как... Проблемы, какие-то мелочи, они всегда будут. Я просто как, ну не надо на них зацикливаться, да и все. Поэтому не получается, пробую еще раз. Не получается, пробую еще раз, там, 5-10 раз, там, на 11-й получится. Не с первого замера закрыл, я имею в виду сделку, не с первого замера закрыл? Конечно, нет, у меня, да, конечно, нет, я, наверное, замеров 10 объездил, 10, 100, ну да, это минимум. Я и сейчас езжу на замеры, и из 10, допустим, 1-2 замера мои, из 10, то есть... Конечно, ну, я к этому отношусь просто легко, я понимаю, что не бывает все в жизни так вот просто по щелчку, естественно, то есть просто абсолютно легко, ну, не получилось, поэтому сейчас, знаешь, уже дошло до того, что я уже просто, мне звонят, и я уже по разговору понимаю, получится у меня или не получится. Ну, ехать туда, да, согласен. Да, поэтому максимально легко. Да, насколько я понимаю, что ты еще дополнительную монетизацию не делаешь. Вот этих вот людей, которые тебе входящих заявок. Нет, я пару объектов уже отдал мелких. Ага. У меня были знакомые, сколько? Да. То есть, ну, там работа несерьезная была. То есть, отдавал также. Вот звонят мне там, допустим, там кухня, да, там нужно там поштукатурить. Ну, мелкая работа там, допустим, на 20 тысяч, да. А вот подробно. Смотри, давай не... Сколько денег оттуда пришло? Ну, около 10, вот так. Ну, это без смс и регистрации, без ответственности там и все остальное. Вообще, абсолютно. Просто, да, перенаправил и все. Ну, это удаленная работа своего рода. Конечно. Да, и то, если бы я задался этой целью, то есть я, ну, там можно как бы, ну, 1030 как бы спокойно в месяц как раз на ту же рекламу отбивать. Вообще, то есть не напрягаешься. Слушай, вон айфоны люди покупают. С этого дела. Можно, да, 80 сделать. Да. Да, слушай, скажи, пожалуйста, есть еще что добавить, Максим? Что еще? Это все, как бы, я хотел вот именно, чтобы люди понимали, чтобы вот, а так, я как бы всем доволен. Что хотел, я то получил. У меня абсолютно нету ни сомнений, там, ничего, никаких там придирок. Вообще, я доволен абсолютно всем. Я же говорю, это надо понимать самому головой, что это надо тебе, поэтому... К этому надо прийти. Спасибо тебе. Да, спасибо за обратную связь. Очень здорово. Вот. Ну, собственно, это был Максим из города Ставрополь. Кому надо, я не знаю, телефон могу твой дать? Да, конечно. Пусть, давай номер. Я могу... Мы сейчас не будем афишировать, имеется в виду номер сам. Потому, конечно, что люди, да, короче, ну как, бывает, заебывают. Ну вот, да, реально, я просто получил обратную связь, я поэтому и не стал выставлять все номера. А так вот, ну, с кем, если надо, там, если вы, допустим, местный, даже встретиться можно, я так думаю, да, там. Пускай я подъедете, могу привести на объект, показать, конечно. Вот. Если кому-то надо ремонт, с удовольствием ремонт сделаю. Максим, ремонт Ставрополь, пожалуйста, я всегда готов. Реклама. Да. Вообще огромное, очень рад. Вот, супер, спасибо огромное. Пожалуйста. За обратную.
Вот. Все, всех тебе благ, успехов, удачи. Вот. Ну и продолжаем с тобой на связи быть. Давай дальше работать. Через 3 месяца еще один запишем. Давай, все. С удовольствием. Давай, пока.